Хатун ранена, но она жива. Джафа Рага мертв, к сожалению. Она ей все расскажет. Хм. Она же Хюрем служит, так что ее рассказы никто не поверит. Но Хюрем знает все. Хюрем сейчас не до этого. Она потеряла такого нужного человека. Старшего слова. Нам надо на это место скорее поставить своего человека. И тогда Хюрем будет у нас в кольце. Не волнуйтесь, госпожа. Я рассказала так, как вы верили. Они угодят в яму, которую сами вырыли. Правда, кое-что им удалось. Шахина и Юша. Аллах упокоил его душу. Он так и верно мне служил. Они хотят, чтобы на этой должности был кто-то свой. Этого и добивались. Я знаю. И не допущу этого. Ты лучше о порче мне расскажи. Это слегка Хатун все делала, но толком ничего не знала. Она благородна, что ты такое подмешивала. Поэтому вы так мучились, госпожа. Теперь все эти ужасы кончились. Вы будете спать спокойно. Так вот. Я допросил Фукрия, как он появился. Шахинага встретил ее в коридоре и сказал, что с Хюрем Султан увидеться хочет. Только она направилась к госпожу известить, и тут все это случилось. Государь, он имел дело со многими людьми, он ведь был старшим слугой. Возможно, что у него во дворце враги были. Это с сестрами Хюрем никак не связано. Я бы мысли такой не хотел бы сказать, но недавно в порту одну рабыню схватили. Служанку Хатидже Султан. Ту, что против госпожи свидетельствовала. И что? Она пропала. Не могут найти эту рабу. Садэ Мустафа!